Всем добра! Сегодня вместе с Шерлоком пойдем на рыбалку, ловить угрей. Во второй половине игры в редакции Chronicles владелица газеты Ясимин передаст нам поручение брата Майкрофта разыскать банду угрей. На карте тут же появятся три склада. Вот их нам и придется обследовать. Сначала нужно позаботиться о маскировке, чтобы не словить люлей. Делаем эту улику активной и идем в архив газеты. Листаем подшивки и выбираем критерии поиска. И читаем некролог Уильяма Харта. Мистер Уильям Харт погиб в самом расцвете сил в 29 лет в результате несчастного случая. Он был любящим отцом и уважаемым гражданином. После смерти на шее вдовы осталось 5 детей. Хотя фотография рисует нам совсем другого человека. Дальше идем в любой магазин одежды и покупаем наряд уличный драчун за 15 монет и маскировку лицо в шрамах. Переодеваемся и находим на улице любого бандита. В одежде драчуна спрашиваем о заместителе главаря угрей и узнаем, что заместитель на севере от консервного завода. Идем в переулок, там Джонс Цилиндр стоит за столом. Говорить с ним нужно только в костюме Харта. Он скажет, что согнал всех людей ко второму складу. Идем ко второму складу и на углу здания замечаем граффити с глазом и вопросами. Но напрямик лезть не надо. Для начала нужно найти осведомителя. Оказалось, что у Майкрофта в банде есть осведомитель под прикрытием. Идем искать его около третьего склада. Включаем концентрацию и ищем человека со стеклянным глазом. Осведомитель стоит около столба у воды. У него узнаем, что на третьем складе ослабили охрану. Если найдем агента с первого раза, то выиграем спор с Джоном в поисках осведомителя. Спрашиваем агента про граффити и узнаем, что это пометка для копов, чтобы не заходили сюда. У этого же склада подслушиваем двух бандитов. Полицейские, взятка, прикормили. Потом можно сбегать к первому складу и послушать разговоры там. Простая работа, ящики с рыбой, подозрительно легкие. Ну и теперь можно бежать к нашей основной цели. У входа на склад номер 2 рабочий скривился и жалуется на тяжелую работу. По всем приметам главарь находится на втором складе. Нам предстоит нешуточная заруба. Сначала разбираемся с десятком приспешников, а потом выйдет сам босс, Фридрих Панцер. С него нужно сбить 5 элементов брони и арестовать. В награду в офисе газеты получим 15 монет. Если схватим Фридриха живьем, получим достижение вот такой улов. Ну, мы с Шерлоком пошли разгадывать другие загадки, а вы пока ставьте лайкосы, подписывайтесь и всем добра!